Звезда моя. Кашляет. Приехали с Сочи. Были там почти 20 дней. Я вот что-то настолько накупалась, бедная. Губы все синие, выходила из воды. Теперь кашляет. Очень интересное приспособление лазить. Ты ж любишь лазить, вот и лази. Звезда моя. Надо в самую верхушку залезть. Залезай. Красивые цветочки, посмотрите. Посадили. Ой, какие молодцы все-таки. Посмотрите, как красиво оформили. Очень красиво. Мне нравится. Очень хорошо. А рядом песочница. Тоже как красиво оформлена. Как-то так она чуть-чуть обособлена. Ой, здорово. Песочница. Кашляет мое дитё. Здорово. Моя звезда залезла. Моя звезда, Ряшка. Это на самый верх ты залезла, да? Да. Молодец. Ну ты будешь лазить еще или все? А? Будешь лазить или все? Да, как-нибудь попытаюсь слезть. Как-нибудь попытаюсь. Уж ты не в такие места залезал. Что тут пытаться? Слезай и слезай. Тут ничего сложного. Для тебя, во всяком случае, ничего сложного. Загорела вся прям. Чернющая приехала. Конечно, в Москве так не загоришь. Со самой высокой высоты не прыгайте. Можно разбиться, если будет высокая вода. Ну а кто оттуда будет прыгать? Только вообще я не знаю, у которого мозгов нет. Ну как мало ли? Все, малыш? Нет. Рядом детский садик. Тоже там что-то делают. Все время в Москве что-то делают. Все время видишь, что что-то делают. Молодцы. Все благоустраивают, благоустраивают. Детские площадки и вообще территорию. А здесь сняли? Как она залезала? Молодец, верхолаз. Ну что, сил нет? Немножко, конечно, расслабилась без тренировок. Я такая! Я вообще... И сейчас смогу. Не показывай. Хочешь подтянуться или просто балуешься, висишь? Дальше на детскую площадку.
Все, малыш. Так, ладно, всем пока, пусть лазит. Прекрасная площадка, мне очень нравится. Сейчас на качели покатается. Налазится, потом домой поедем. Завтра опять приедем на ярмарочную площадку. Завтра должен быть концерт. Может быть, сниму, если интересно будет. Или спектакль. В общем, посмотрю, что будет. Пока программы нет. Что будет. Все, молодец, катайся, Ряш. Всем пока.